Сейчас на обзор прикуплю в продуктовом магазине. На обзор ножку прикупил в продуктовом магазине. Голенько. Шарик какой. Ну какой рот надо иметь, чтобы такую загнать ножку. Так как и есть моя. Просто в панировке. В панировке ай, сок потек. Панировки надо было немножко потоньше сделать, а ножку чуть побольше. А так ничего, вкусно. Приятного всем аппетит, хорошего настроения, добрый вечер. Надо как-нибудь самому такой попробовать сделать. Будет вкуснее.